Всем привет, с вами Мефодий. Сегодня мы рассмотрим билд Arms Vara в PvP на предпатче Легиона. Этот билд выдает отличный ДПС, а главное урон, который вы видели в предыдущих кадрах. Как уже понятно, это смертельный удар под стаками сосредоточенной ярости. Суть в том, что сама сосредоточенная ярость не имеет общего глобал кулдауна с основными способностями. Через это на помощь нам приходят простые макросы, подобные которым уже были ранее, например, у ДК с руническим оружием. В первом тире лучше взять превосходство. Во втором обязательно стан, без него вару все-таки никуда. Ситуативно, либо ударная волна, либо удар ромоверса, ну на БГ или на аренке. В третьем тире аватара, конечно, очень классная вещь, 20% урона все-таки это много. Но по мне так, кровотечение все-таки выводит из стелса разбойников, друидов, а иногда даже и с магами помогает. Ну и само по себе выдает хоть какой-то урон. В четвертом тире есть две вкусные обилки. Второе дыхание хорошо облегчает жизнь на БГ, так как вообще не нужно беспокоиться за прохил. Можно в принципе выпрыгнуть из боя в удачный момент и через пару секунд на фулл хп вернуться обратно. Но для аренки однозначно оборонительная стойка по ситуации. Далее у нас идет сосредоточенная ярость. В шестом я рекомендую брать смертельное спокойствие. Этот талант при нашем бурсте с боевого крика делает бесплатными все наши способности. КД боевого крика всего 1 минута, а с управлением гневом вообще примерно 45 секунд. Даже если вас застали в момент, когда ярость на нуле, бурстуем, прожимаем, а как боевой крик закончится, у нас будет полная ярость. Макрос на фулы выглядит у Армса вот так. Жмакаем одну кнопку, корчим страшную рожу, мочим по клавиатуре так, как будто бы вы азиат. Бурсты у фуриков в принципе те же, разница только в том, что заканчиваются они ревом дракона. Дальше у нас стандартные макросы, кик и кик по фокусу, с отменой вихря клинков. Также макросы на стан и фир по фокусу. Макрос на вихрь клинков с его отменой при повторном нажатии. Героический бросок с подрезанием сухожилий. Макрос на глухую оборону, просто чтобы был. Макрос на поднятие хп с боевым зельем, штандартом, камнями, инженеркой, все что есть. Ну и собственно сами макросы на сосредоточенную ярость. Подобные макросы мы делаем на все оставшиеся обилки, кроме самого смертельного удара. То есть вихрь, превосходство, кровотечение и мощный удар. В макросе смертельного удара я вписываю строчку «Брать фокус арена таргет» и указываю, какой именно арена таргет нужно фокусить. Также строчки на провокацию питомцев для арены полезно. Также давно не новый макрос на победный раш с отменой вихря клинков и длани защиты. И последний, универсальный макрос на рывок с отменой вихря клинков. Также включает в себя смертельный удар, подрезание сухожилий, мощный удар щитом и кровожадность. Хоть сейчас и предпатч, пусть руги ваншотят, пусть рейсер-друиды вообще не пойми, что творят в дуэлях, все равно я считаю, что воины чувствуют себя достаточно комфортно. Кто бы что ни говорил, игра за воина — это всегда агрессивная игра. Ворвался, вжал, ворвался снова. Давите всех своим дамагом, а при прямых руках противники просто начнут бежать. Играйте любимым классом, а также осваивайте другие. Надеюсь, гайд вам понравился. Ставьте лайки и пишите, что вы думаете о предпатче и классах в PvP в целом на данный момент в комментариях. С вами был Мефодий, спасибо за просмотр, пока!